А теперь я иду на гитарку. Так, ось таке маленьке шпинденятко, йому вже майже два рочки. Да. Він більше не виросте. Ну да, он така порода є. Така порода є. Тримай його. Окей. Коли він грається, я вообще його обожаю. Мама, там вода солодка, давай купимо. Ну ходімо. Я вже здусь, не дождусь этой ваты. На пыль чуть-чуть похоже, да? А, ну да. О, оно на снеговика похоже. Что? Оно на снеговика похоже. Тримай. Фу, яка велика. Красиво. Там много сахара. Да, она... Ее почти не чувствуется. Mm-hmm. Это вот та очень вкусная. И она быстро растает, и у нее много этой сахара. И... Вся вата испадается из одного сухого. Нормально. Це тобі подобається вата? Mm-hmm. Тільки вона капає, вон геть повністю, то краще не на одяг. Чому ти недовольна? Тому що у мене снорки. Та ми руку витримо. І опять я це. Нічого, у нас є салфетка. Ох, уж це вата, але така смачнюща. Видиш, його вже почти не чувствується. Ну, вона тане в роті швиденько. Ти порадиш цю вату їсти своїм підписникам? Угу. Але ж вона шкідлива, дам один цукор. Да. Що робити тоді? Та будете это, рідко їсти, як чіпси. А це Мірана пішла на свої улюблені стільчики в парку. Але вони брудні, Мірусь, вони дуже брудні. Там болото на них і мокре. Ну це не такий брудний, Мірусь. Там болото, да. А тут тріск. Ну, сідай. Это лучше. Ну, так краще. Ти вже майже доїла свою ватку. А почти. Де? Так, а що ми далі будемо робити? Які в нас плани, розкажи. Ну, я хочу там голубей погонять, там, поснімати, як я там по площадці лазю, хочу там. Ти ще хочеш на площадку? Ну, добре. Поснімати хочу, як я на площадці. Мені так понравилось знімати на площадці. О, ти клас. Вже актриса. Клас. І ти ж пірсі теж хоче поганяти. Так? Жупчик. Так я з ним поганяю. Угу. Оксар, я грабіжу на них лечить, не всі розганяються по всім сторонам. Бо собаки свої, у них кості, вони, у них зестаси. Їх таке? Да, у них нух такі, вони... Поцарапать голубей. А вони, улітають а вони не спіймають голубі. Голуби дуже швидко літають. Персі, ти вже розігнався? Ти вже розігнався, так? Такий песик. Вже готовий. Ну то що, ходімо? Та голубей. Oh,
хлібом будемо годувати? Ні, я не люблю годувати. Чому? Тому що я люблю тільки сімечки давати. Тільки насіння. Добре, зараз ми куди направляємося? На площадку! Поэтому я не знаю, что это правда. Давай, давай. Отойди потом. Мне в доме паук. Спасите, помоги. Не могу, спасите, помогите. У меня в доме большой паук. Ну что, паук? Идем дальше, идем. Сутка, это тут паук, смотрите. Смотрите, внутри, смотрите. Тут есть такая пипка, и так он водится, и получается как настоящий паук. Пипка? Да, вот, видите, ага. Вот. Прикольно. Водится этот. Идем дальше. На мостик. Ух ты, какие мостики. И вниз. А правда, тут маленькая горка для деток, а я уже не детка маленькая. Я уже взрослая детка. Як же ты будешь спускаться? Маленькая. Маленькая. Все, ходим на иншу. Побегай. Я иду на другую горку. Она там, она там. Ну, все побегли. Да, побегли. Я иду следовать. Наставь внимание, у вас. А если я хожу в садок и занимаюсь танцами, и я еще хожу на турнир, чтобы получать медальки. Так, какие места в тебе уже есть? Уже перцы. Мы и друга. И два третьих, так? Ну да. То я давно уже это сделала. Да, на прошлому турнире. Тебе подобается заниматься танцами? Да! Мне нравится выступать на турнире и получать медаль. Мне это очень нравится. И нравится вот этот вот танец. Раз, два. Они вот этот. Это по слову видно. Давай на вообще на площадку. Мне очень нравится. Мне это и так нравится. Давай на YouTube. Давай. Я буду опять такой с головой. Давай. Давай с горки. Пикиный пузо. Зараз иду домой, но мне так понравилось там. Я за клубями гоналась там. Да. Вату съела. Надоела, правда. И на площадку сходила. Это мне очень все понравилось. Класс. Ну, пришло время идти домой. Земной вам буду весело. Тому ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч и всем пока-пока.